Старшая сестра этой клавиатуры произвела на меня неизгладимое впечатление на Игромире. Очень жаль, что ее пока что нет в продаже у нас в стране. Зато мне экземплярчик достался. Так что сегодня мы познакомимся с клавиатурами Rocket Rise MK Glow и Rocket Rise MK Pro. Вообще в линейке таких клавиатур три. Обычная Rise, Rise Glow и Rise Pro. Дизайн у них одинаковый, а вот функции разные. Например, обычная Rise вообще без подсветки, Glow с подсветкой и Pro с супер-пупер настраиваемой подсветкой и разными фишками. Посмотрим на модель Glow. Итак, клава большая, так что сразу освобождайте под нее место на столе. Что понравилось сразу? Материалы. Минимум глянца и специальное покрытие, чтобы не было отпечатков и грязи. Плюс внушительная подставка под ладони с прорезиненным покрытием. Так что выглядит все это надежно и красиво. Эти клавы могут быть с любыми свечами, но насколько я знаю, если вы захотите, например, такую клаву с красными переключателями, то это нужно будет заказывать отдельно на заводе. А вообще они выпускаются с черными Cherry MX Black. Ход кнопок длинный, и сами клавиши прорезиненные и очень приятные на ощупь. Пальцы не скользят, так что во время игры или работы вы дискомфорта не ощущаете. Это версия Glow, значит, есть подсветка. Здесь 5 уровней яркости, и их вполне хватает. Есть очень яркие и есть мягкие, чисто подсветить символы. Что самое приятное, то что русские символы подсвечиваются не хуже, чем английские, а это важно. Если подсветка не нужна, ее можно отключить. Слева 5 кнопок для макросов, но на них вы можете программировать не только макросы, но и запуск каких-нибудь приложений или команды. 3 кнопки под большой палец для тех же целей. Их вы программируете как хотите. Макросы можно записывать на лету. Делается это очень просто. Здесь есть кнопка FN, которая включает дополнительные функции эфок. С помощью нее мы нажимаем кнопку REC. Далее нажимаем кнопку макроса, на которой мы, собственно, хотим записать действие. Пусть будет M1. Далее, собственно, действие. И для сохранения снова FN плюс REC. Все, макрос готов. За сохранение и обрабатывание макросов отвечает 32-битный процессор и 2 метра памяти. Не забываем и про фирменную фишку Rocket, функцию Easy Shift, которая позволяет каждой клавише иметь альтернативную функцию. То есть, если пробел в играх обычно отвечает за прыжок, то зажимаем кнопку Caps Lock, которая по умолчанию отвечает за Easy Shift, и пробел теперь отвечает за любую другую функцию, которую вы захотите активировать. Эти клавиатуры оснащены функцией NK Rollover. Простыми словами, они по-любому должны реагировать на несколько нажатий. Притом, сколько именно нажатий выдерживает клавиатура, я так и не смог понять. Пальцев двух рук не хватило. Но больше 10 это точно. Что еще нравится в этих клавиатурах? Внимание к деталям. Например, внизу расположены желобки для прокладки кабелей от наушников или каких-то других девайсов. И резиночки на ножках, чтобы клава не скользила. Перейдем к самому интересному. Версии Pro. От версии Glow она отличается кабелем в тканевой оплетке, который заканчивается 2 USB портами, так что ищите для них место на корпусе. Еще из отличий 2 мини-джека для наушников и микрофона и USB хаб для тех, кому не хватает длины проводов. Штука не новая, но удобная. Все, в принципе, больше ничем они не отличаются, кроме самого главного — подсветки. Ради этого сюда поместили еще один 32-битный процессор, который отвечает только за подсветку. Итак, что же здесь можно делать? Для начала здесь можно включить режим пульсации. Это вот так. Супер круто выглядит, но чтобы печатать, придется немного привыкнуть. Взгляд постоянно пытается уследить за волнами. Но зато все ваши друзья скажут вам, что это круто. Проверено. Следующая штука, при нажатии горящие кнопки на некоторое время гаснут. Время вы выставляете сами. Это тоже довольно эффектно смотрится. Вы можете сделать так, чтобы светились либо отдельные кнопки, вплоть до того, что может светиться тупо одна кнопка на клавиатуре, либо вся клавиатура, либо отдельно взятые блоки, например, только F-ки или VASD и стрелки. Короче, ваша фантазия может творить что угодно. Теперь по поводу того, что подсветка может служить health баром, volume баром, показывать количество маны и работать как эквалайзер.
Все это будет, но драйвера пока что допиливаются, и к выходу клавиатуры, надеюсь, они все сделают. А пока что есть только фанатское приложение для эквалайзера. Но даже это уже показывает, как круто это будет выглядеть, когда все будет готово. Пилить на такой клаве одно сплошное удовольствие, особенно когда будут реализованы все вышеперечисленные фишки. Но даже сейчас уже все, кто видит эту клавиатуру, говорят, что она мега крутая, а как по мне, это показатель. Rocket говорят, что это самая настраиваемая клавиатура в мире. Судя по тому, сколько настроек в драйверах, очень может быть. Дрова на английском, но снизу есть пояснение на русском, так что сложностей возникнуть не должно. Итак, здесь несколько вкладок. Первая – основные настройки. Здесь вы выбираете, оставить ли капслоку функцию Easy Shift или нет. Можете сделать так, чтобы кнопка FN работала как кнопка Windows. Можете вообще подключать все эти Windows, FN и даже Shift. Здесь же настраивается дефолтная яркость подсветки и время ухода клавы в спящий режим. Она, кстати, прикольно это делает, перемигивается разными кнопками. Плюс можно включить озвучку уведомлений о записи макросов или переключение профайлов. Еще можно сбросить все к заводским настройкам. Это значит, что можно тут такого наворотить, что потом пожалеешь, так что функция не лишняя. Вторая вкладка простая. Здесь вы назначаете нужные вам функции на нужные вам кнопки. Практически любую кнопку можно настроить отдельно. Следующая вкладка – настройка подсветки. Я, в принципе, все возможности ее уже показал. Последние две вкладки – статистика нажатий клавиш и вкладка поддержки продукта. В общем, я очень жду эту клавиатуру в продаже с полноценными драйверами. И если все, что здесь обещают, будет осуществлено, то эта клавиатура по праву займет топ-1 моего личного рейтинга девайсов. Ну а если говорить про всю серию, то очень удобные и надежные клавиатуры, которым есть что показать своим конкурентам. На этом все, с вами был интернет-магазин Photos.ua, меня зовут Максим, подписывайтесь на наш канал на YouTube, следите за новыми видео, участвуйте в наших конкурсах, ставьте нам лайки и оставайтесь с нами.